Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы. Салон-магазин верхней одежды «Мир пальто». В Орске. На Мира 21. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Партнер по браку может стать инициатором преобразований в квартире, активации процесса ремонта или генеральной уборки. Возможны ссоры с домочадцами. Телец. Отношения с родственниками и представителями ближайшего окружения в этот день будут прекрасными лишь до тех пор, пока вы не ущемили чьи-либо насущные интересы. Близнецы. В этот день праздник, удовольствие, отдых могут быть легко испорчены вспыльчивостью и агрессивностью. Старайтесь не давать лишней воли эмоциям. Рак. Стремление немедленно заполучить желаемое способно довести вас до беды, если вы вовремя не поставите твердых границ своим потребностям. Лев. Постарайтесь не ставить под удар важные для вас отношения. Вовремя проявляйте необходимую уступчивость. В критической ситуации могут напомнить о себе неприятные воспоминания. Дева. В этот день от вас могут неожиданно потребовать возврата долга. Возможно, и другие срочные расходы. Например, на подарки или красивые вещи. Весы. Неудачное время для активных действий, как личных, так и совместных. В этот день не рекомендуется начинать сотрудничество, вступать в новую должность. Скорпион. Стоит воздержаться от поспешного открытия бизнеса в другом городе или другой стране, от активного сотрудничества с иностранцами. Стрелец. Финансовые неприятности могут осложнить реализацию оригинального проекта. Неподходящее время для финансовых операций и посещения налоговой инспекции. Козерог. Стоит воздержаться от переговоров и заключения соглашений. Агрессивная позиция партнера, собеседника, клиента может свести на нет все ваши усилия. Водолей. Если ваше начальство не в духе, от него стоит держаться подальше. Не рекомендуется начинать лечение, проводить медицинские процедуры. Соблюдайте правила техники безопасности. Рыбы. Возрастает вероятность неприятных переживаний, связанных с детьми, например, с их вспыльчивостью, капризностью, гиперактивностью и повышенной впечатлительностью. Теплая осень с миром пальто. Орск. Проспект Мира, 21.